Петрозаводский госуниверситет вошел в список 50 лучших вузов России в сфере развития информационных технологий. В число лучших наш вуз включило рейтинговое агентство RAEX-Аналитика. Особую важность этому событию придает тот факт, что сфера IT в настоящий момент является ключевой для развития экономики нового технологического направления или цифровой экономики, сообщает пресс-служба Минэкономразвития. По данным Центрального банка России, по итогам 2018 года Петрозаводский государственный университет стал лидером Карелии по экспорту телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг.